Из всех, кого можно обмануть, вы выбрали Джона Крамера? Джон! Рак продолжает распространяться. Боюсь, мы уже ничего не сможем сделать. Есть один человек, который, возможно, смог бы помочь. Мы предоставляем двустороннее лечение за пределами Мехико. Результаты были ошеломляющими. Она спасла мне жизнь. Вы в хороших руках. А что будет потом? А потом новая жизнь. Джон Крамер. Согласно этим снимкам, опухоль так и не была удалена. Сколько мне осталось? Месяцы, в лучшем случае. Мне столько всего еще нужно сделать. Джон! Привет всем. Пришло время сыграть в игру. Вы все притворялись, что лечите меня, но то, что я запланировал для каждого из вас, вполне реально. Единственное, что я не предусмотрел, это анестезия. Но поверьте, вам лучше оставаться в сознании. Из всех, кого можно обмануть, вы выбрали Джона Крамера? Пожалуйста, не сомневайтесь. Вложите достаточно большой кусок вашей мозговой ткани в резервуар с ферментами. Это спасет вам жизнь. Это не возмездие, это пробуждение. Жить или умереть, выбор за вами. Ила 10.